Директор школы вводит в класс новичка. Новичок прибыл из Китая. Значит, школьник представляется сам. Меня зовут Цинг Цун Чам, что на русском языке означает «сын семи отцов». В это время на дальней парте идет обсуждение. Ну, я, говорит, так и думал. Что ты думал? Ну, не может получиться такой желтый цвет всего из двух яиц.